Здравствуйте. Я очень рад, что вы встречаете меня аплодисментами, а не криками «пошел вон со сцены» и свистом. И уже за это вам большое-большое спасибо. Ну, начнем с того, что я, прежде чем поехать сюда, взял и написал стихотворение, относящееся к этой передаче. И вот моя точка зрения, моя жизненная позиция по поводу того, что я нахожусь на этой передаче. Теперь я меняю очки. Декорация меняется, они побольше, и я читаю. А линия жизни прямою быть хочет, от старта до финиша много короче. И те, кто шагали всегда по прямой, сегодня с трудом вспоминаются мной. А я огородами, лесом, рекою, зигзагами речки и гордой тропою, то падая вниз, то карабкаясь в гору, иду и иду по российским просторам. Не очень спешу, ни на что не пеняю, и линии жизни своей сохраняю. Не слышу хулы, не прошу снисхождения, не жду похвалы, не боюсь осуждения. Я просто живу со своей страной, а линия жизни плетется за мной. Линия жизни у меня очень кривая. Со всеми выпадами и влево, и вправо, и вниз, и вверх, то, что я и сказал. А почему? Потому что жизнь была такая, время было такое. Я родился в 30-м году. Конечно, нифига не помню, ничего не помню. Канал «Культура» все-таки. Ничего не помню про те времена. Но время, говорят, было тяжелое. Я-то помню шикарное время. Это уже попозже, когда мне было лет 8-10. Я не вылезал почему-то из Крыма или из Сочи. А почему? Скажу вам. Мой отец был врачом на заводе «Шарик-подшипник». Был такой первый, он и сейчас существует, первый ГПЗ, он был врачом на этом заводе. А отец выезжал каждое лето главным врачом того или другого санатория. В данном случае он был в Геленджике. Поэтому для меня те края – это практически вторая родина. Все лето я проводил там. И мальчишкой, и подростком. А потом уже и артистом в санатории, актер. Нет, это для меня не чужие места. И вот, значит, в одной из таких командировок мама поехала с папой. И в результате, значит, я там выбросился на свет и оказался, значит, на этой грешной земле. Есть у меня, конечно, стихотворение, которое так и называется «Геленджик». Родился я в Геленджике. Хотите, прочту, не хотите, не надо. Не слышу реакции. Читать или не надо? Громко! Громко, чтобы я слышал. Вот, это другое дело. Так мы с вами замечательно и дойдем до финала. На целой земле нет красивее места. Там бухты укрылись в тени маяка. Там небо светлеет от белой невесты, и в черное море глядят облака. Там солнечный свет я впервые увидел, там воздуха сделал я первый глоток, там первую песню я матери выдал и первый фонтан запустил в потолок. Братишка к врачу обратился с вопросом, и доктор устало ответил: «Мужик, я титьку сосал и посапывал носом и знал, что мой сон бережет Геленджик». Ну, потом, значит, последовала за этим Москва. Семья вернулась в Москву, где я благополучно и прожил до лет, наверное, 70. А вы скажете, а как же вам так много? Я уже лет 20 не живу в Москве. Я живу на этой такой знаменитой Рублевке, Успенке. Не потому что я такой уж, как сказать, поближе к новоришам, а потому что я переехал туда в 68-м, где это была просто дорога. Звалась она Царскую в свое время.
Но самая моя яркая жизнь проходила во время Великой Отечественной войны. От 11 лет до 15. В 45-м году мне было 15 лет. А когда началась война, было 11 лет. Арбат. Арбат, конечно, всем нам самый дорогой, большинству из нас самый дорогой, дорогая улица, на которой, в общем-то, и прошло мое детство. Смоленская площадь и Арбат. Окна мои выходили как раз на дом, который находился напротив. Тогда я считался очень высоким домом. Шестиэтажный был дом, а в первом этаже был гастроном. Вот. Смоленская площадь. Там жили отец, мать, старший брат, средний брат и я. Три брата были у мамы, сына были у мамы, три брата Анофриевых. Владимир, Сергей и Олег. Оба мои брата были от другого отца. От брата моего отца. Сначала мама вышла, ее выдали силком за старшего брата Максима, потому что она хотела идти в театральное училище и сдала даже экзамены, за что ее отец выпорол, запер в этой самой, и решил выдать замуж. И выдал замуж за моего дядю Максима Сергеевича. А младший сын, интеллигентнейший парень, такой скромный, застенчивый, очень нервный. Это был мой отец, Андрей Сергеевич. Если очень коротко, старший погиб где-то под Новороссийском. Средний прошел через Карельский перешейк, финский плен, 15-летнюю каторгу. И только в 56-57 году был реабилитирован и снова вернулся к нормальной жизни. А так у него вся жизнь прошла в Джасказгане, в лагерях, где они ждали, молитвенно ждали, когда же, наконец, умрет наш товарищ главный, самый главный. В этом же дворике на Смоленской площади я потерял половину руки. Солдаты, приезжавшие с фронта, останавливались на ночевку. Как правило, они приезжали в открытых грузовиках, сидели так друг к другу лицами, знаете, вдоль борта скамейки были. У всех были противогазные сумки. Не потому, что газовая война, газовой войны так и не было, а потому, что был приказ по армии РГД-42 и остальные вот эти вот лимонки, гранаты, ручные гранаты, должны были хранить только в сумках. Потому что многие пижоны засовывали их за ремень, чекой за ремень, и, значит, так и ходили, вот и все. А чека что? Чека чуть-чуть выдернул кольцо, и привет. И очень много было самовзрывов. Поэтому вышел приказ по армии носить это все в этих сумках. Вот так вот они эти свои гранаты, для того, чтобы в сумки не носить, сбрасывали в подвал. А там были наши сарайчики с дровами, там что-то такое. Одновременно бомбоубежище. Какое бомбоубежище? Вот. И мы, пацаны, зная про это, конечно, тут же бежали. Но они делали так. Они разворачивали, рубашку отдельно бросали. И оставался только запал. А запал в другую сторону. Но мы это хитрые. Мы же потом собирали. Собирали, вынимали кольцо, отбрасывали. Шарахало на весь двор. Искали его, вставляли и сюда. И у меня была из отцовской шинели перешита детская шинель. И я ходил увешанный этими гранатами. Но они были уже безопасны. Это вот так я могу рассказать о войне. Рассказывать вам о том, как мы следили, сидели там у радио и где-то. Нет, пока шли сообщения, что мы сдаем города. Нам было жалко, противно. Матери плакали. А мы относились к этому. Ну как? Ну да, проигрываем, да. Что ж теперь делать? Ну мы свое... Не знаю. Где-то к 16 октября, когда немец подошел вплотную к Москве, некоторые в нашем дворе стали готовиться принимать гостей. Потом они, правда, горько сожалели об этом, но это тоже было. Мы же были переселены подальше от двух мостов. Метромост и Бородинский мост.
подальше от мостов, потому что мосты были заминированы так, чтобы вообще от них ничего не осталось, чтобы они через Москварик не перешли в центр Москвы. И мы готовились как? Уходить. Уходить куда? Леса поблизости не было, поэтому готовили свои мешочки с сухарями и готовились уходить из Москвы. Помню одну картину. Москва, октябрь. Уже асфальтировано было кольцо. И по асфальту ветер сильный, пыль сильная, холод собачий. И летят газеты, и бежит собака. Шикарная собака борзая. Или Коль, или борзая, сейчас у меня уже в памяти. Ну, вот такого плана. Видно, что холеная собака чьих-то хозяин бежит и тыкается везде, а народ весь попрятался. Народ весь в ожидании того, что не дай бог, вот они сейчас перейдут через мост. Не так все просто было, ребят. Вот то, что еще я помню о войне. Теперь послевоенное время. Послевоенное время. Учился плохо. Учился на тройке, едва на четверке. Кое-какие четверки были. Потом, но все считали почему-то, что, значит, я буду комедиантом, артистом. И относились снисходительно ко мне. Вместо тройки ставили четверку, предположим, или вместо двойки тройку. Любили, честно говоря. Педагоги любили меня. Каждый готовился к будущей жизни по-своему. Многие мои друзья стали ворами. Некоторые, не многие, некоторые ворами. Некоторые стали большими людьми. Не такими, чтобы они их на каждый день показывали на телевидении, но все-таки довольно значимыми людьми в нашей стране. Я же вот, значит, как только появился драм-кружок, я туда хоп, а уже рука была вот такая. И я, значит, всех там. И первое, что я сделал, я должен был пленять девушек своей музыкальностью. А надо секрет вам сказать один. У меня дома стоял пианино. Вот, поэтому я, значит, тут же начал сочинять песни, чтобы обольщать девушек. Если ты всегда со мною, мне тепло, мой друг, и в душе моей весна. Если я в объятиях теплых женских рук, вот такой шкет, ночью иди, не надо сна. О, Лили, будь со мной, пусть ночь укроет нас с тобой. О, Лили, не волнуй, всего один лишь поцелуй. Вот так, значит, этими песенками я добивался благосклонности особи иного пола, но мы еще были слишком малы для таких развитых взаимоотношений. А так вот такая платоническая любовь, вздохи под окном. Вот. Дальше что же? Драм-кружок. В драм-кружке, конечно, я теперь сейчас, значит, самый главный, самый талантливый. И остальные, так как это все отсеялись, а я к окончании школы, в общем, пришел к сознанию того, что мне надо идти в театральное училище. Мама хотела подшустрить кого-то из своих знакомых там, в малом театре, на что я категорически поругался с мамой. Даже я был такой принципальный мужик, принципальный. Сказал, ни в коем случае, иначе тогда я вообще не пойду в театральное училище. Вообще так же и с музыкой было. Я, кстати говоря, много себе подпортил в жизни, когда мать решила меня отвезти к педагогу по музыке. Я пришел, привела она меня к ней. Она говорит, ну садись. Я сел, положи руки на клавиатуру. Я положил. Она смотрит на левую руку, а это что у тебя? Я говорю, это вот гранат. Мамочка, ну что же вы ко мне этого инвалида привели? Не инвалида, она еще хуже сказала. С тех пор я возненавидел лютой ненавистью всех педагогов по музыке. И никогда в жизни ни одного дня не учился ни в одном музыкальном училище или концерте.
все то, чего я добился своими полутора руками, а это значит, как тот самый заяц, которого научили стучать на барабане. Ну, наконец, я закончил школу. Закончил школу и решил поступать в театральное училище. В театральное училище, как и сегодня все подают там во все, я подал документы в два. В Ахтанговский и в МХАТ. В студию МХАТ. Надо сказать, что в студии МХАТ тогда был еще дополнительный набор, предварительный набор, летний. Педагоги ездили по стране и отыскивались, чтобы к сентябрю получить каких-то приличных претендентов на актерскую профессию. Вот в этот летний почему-то я попал, и меня взяли. Я помню, сдавали мы вместе с Левой Дуровым, с Таней Дорониной, но ее не взяли, у нее еще десятилетки не было. Да, а у нас курс был предельно неудачным. Про нас, в общем-то, говорили, что мы бездарный курс. И вы знаете, наверное, в этом есть доля правды, потому что с нашего курса стали известными только Лёва Дуров, Лёня Харитонов, который потрясал всю Россию своими фильмами, замечательная игра этих молодых солдат, Бровкинов, там все. Да и не только это, просто очень талантливый человек. Вот. Это значит студия. Студию я закончил в 1954 году. Хотели нас отправить в Ригу, в Русский драматический театр. Но оттуда приехал студент, который перед этим распределялся туда же. И сказал, ни в коем случае, мы там никому не нужны, ничего не дают играть. Но все-таки при распределении была комиссия, которая очень жестко и твердо отправляла. И я очень благодарен директору нашей студии, ректору, потом так был директор, теперь потом был ректор, Вадим Захарчу Радомыслинскому, который сказал, ребят, да вы что, это наша единственная талантливая актер с курса, вы их хотите куда-то отправить. У него есть заявка на него с театра Советской Армии, с театра Сатиры и из детского театра. А детский театр, надо сказать, это был один из театров вообще в Москве, куда ходила публика. Театры бедовали, не шел народ, не на что было, не хотел. Пустовали даже Московский художественный театр. И я помню, как я, женихаясь со своей будущей женой, проходил мимо филиала художественного театра на улице Москвина, и как капельдинеры стояли и говорили, молодые люди, не хотите ли посмотреть наш спектакль? Вот, бесплатно, пожалуйста. Не было зрителя. А детский театр ломом шел зритель, потому что в это время там работали Эфрос, режиссер Анатолий Эфрос, режиссер и актер Олег Ефремов. Мария Осина Кнебель была художественным руководителем. И, конечно же, драматург Розов, который писал в первую очередь для детского театра. Поэтому все тут же согласились пойти в детский театр, хотя это звучало несколько, но детский театр, все. И стали там настоящими актерами, потому что играли, играли на публике, играли много и стали очень любимыми актерами. Я, правда, всего там 3 года прослужил, потом мне показалось это унизительным, что детский зритель и так далее. Я все время думал, нет, во взрослый бы вот попасть. И однажды на спектакле, после спектакля я выходил, как обычно там стояли сыры, так называемые, у меня были свои сыры, это девушки, которые, значит, там поклонницами были моим, значит, и стоял человек такой, пожилой человек, седовласый, сказал, здравствуйте, я вот из театра Маяковского, режиссер. Николай Павлович Охлопков ищет актера на роль Хлестакова. Я пришел смотреть, откровенно вам скажу, другого актера, Дурова.
Но, посмотрев спектакль, я решил переиграть. Мне так кажется. Был он прав или не прав, я не знаю. Но, значит, он сказал, я вот приглашаю вас показаться Охлопкову, и, скорее всего, вы попадете в театр Маяковского. Тогда еще молодая группа почти не работала. Ни Сашка Лазарев, ни Светлана Немоляева, нет. Еще ничего, ни Игорь Ахлупин, еще ничего не играли. Еще играли старики тогда вовсю. Ну и я легкомысленно, значит, взрослый театр, Хлестаков, все в порядке. Перешел. Надо вам сказать, уже тогда я потерял возможность стать заслуженным, потому что директор, когда я стал, сказал ему, что я ухожу, а я быстро стал ведущим актером там, сказал, говорит, ну, если не уйдешь, я тебя пошлю на заслуженного. Если он послал бы, дали бы тут же, ведь главное послать, а не получить. Вот, я сказал, вы знаете, я не панельная девушка, если я решил, значит, я решил. Я ушел. О чем до сих пор сожалею. 2 года я там прослужил, ничего почти не играл. Ну и я загрустил, выпивать стал, может быть, лишнего, скорее всего, лишнего. Но в это время, значит, пришел еще один человек и сказал, вы знаете, вот у нас Борис Новиков, Борис Новиков со скандалом ушел из театра. Он играл Василия Теркина. И я хочу, это был режиссер спектакля «Шапс», значит, я хочу, чтобы вы дебютировали у нас в роли Василия Теркина. Я согласился. Но уйти из театра Маяковского просто так невозможно было. А Хлопков отпускал только ногами вперед из театра. Но со скандалом не отдавали трудовую книжку, но я перешел в театр Моссовета. Ну, вот тут дебютировал в роли Теркина. Успех ошеломляющий. Все газеты от «Вечерки» да, правда, писали о том, как я замечательно играю. Я относился к этим с внутренним юмором. Но это дало мне, так сказать, сразу ведущее положение в театре. Вот. И тут же последовал, конечно, в скорости звания заслуженного. Это было, по-моему, в 62-м, не помню, в 64-м. Я помню только, что мы вместе с Икой Савиной получали звание заслуженного. Вот. Ну, пожалуй, бы можно было и кончать с театром Моссовета, потому что через год или два туда пришел Золотухин, который понял, что этот театр плохой, и ушел на Таганку. А второй человек, который пришел из студии МХАТа, Гена Бортников, и пошел. И пошел, пошел, пошли главные роли. Человек не бездарный, талантливый. И я, так сказать, почувствовал, что я ухожу на второй план. А у меня самый рассвет пения, концертов, по Союзу, по этому, большие деньги. Я сказал, братцы мои, давайте-ка я лучше уйду из театра, чтобы никому не мешать, и поеду в свои гастроли. И вот тут началась уже поездная жизнь, концерты. Пошел по Союзу и работал концерты. Иногда работал не совсем в форме. Чего простить себе до сих пор не могу. Мне стыдно сегодня за некоторые свои вот такие выступления. Ну, куда денешься? Линия жизни кривая, я вам сказал. Никуда не придумывать я ничего не могу. Я человек, который говорю правду про себя и про других. Добрый вечер, Олег Андреевич. Расскажите, пожалуйста, о своей первой роли в кино и о секрете красоты и за витрину универмага. Большое спасибо. Хорошо, хорошо сказала, замечательно, прекрасно. Значит, первый фильм «Секрет красоты» – это любимейший мой фильм, короткометражный фильм, 20-минутка. Смешная история о том, как вот такой вот пижон назначил свидание, она не пришла, он идет к ней
в парикмахерскую. Она говорит: «Эдик, я сдаю экзамены, у меня нет тут человека, который бы сел в мое кресло, садись, я на тебе, значит». Ну, я относился к этому, ну, как к рекламному ролику такому. Хороший рекламный ролик. А его стали пускать перед фильмом. Популярность она мне принесла невероятную. Мне по улице Горького пройти было невозможно. А я учился в проезде художественного театра, поэтому часто приходилось ходить по улице Горького. В коктейль-холл, например. Это замечательно. Наше любимое место было. Кроме того, я поработал вместе с чудными актерами Тамарой Носовой, Константиновым, не помню имя отчество его, к сожалению, и Клава Блохина. А за витриной универмага, вот тут интересно, могу сказать пару слов. Снимался этот фильм в год, когда был первый кинофестиваль в Москве. Я играл одного из продавцов, Славу Сидоркина, что сделало мне, честно говоря, медвежью услугу. Потом стали приглашать на такого рода роли. Вообще в кино существует вот эта вот не лучшая традиция. Почему я в конечном итоге перестал сниматься? Потому что все время какие-то сбоку от героя, а я привык быть первым, и хочется быть первым. Ну вот, и... значит, снимался в год фестиваль. Единственное, о чем вы не знаете, это интересно. Сценарий написал этого фильма бывший муж дочки Сталина, Василия Сталина, вернувшийся тогда с войны. Люсик мы его звали. И второе, что Дружинина Светка тогда была очень симпатичная, очень смазливая. И очень потом оказалась талантливой, бешено талантливой, как актриса. Вы посмотрите, какие две роли она сыграла. Дело было в Пенькова и «Девчат». С ума сойти, как она играет. Правда? Я прав или не прав? Ну, конечно, ну вот. А в каком фильме впервые запели? Садись. В 57-м году... Твоей мамы еще не было на свете. В 57-м году я впервые записал на на радио и две песни. Со своей наглостью, конечно, я записал свои песни. Потому что член художественного совета Александр Наумович Цфасман был как раз композитором фильма «За витриной универмага». Он писал музыку для фильма. И когда однажды там мы в очередной был заход, а мы на корабле плавали и снимали там на пароходе «Максим Горький», снимали, значит, сцены отдыха этих всех продавцов там и все такое, он сел за рояль в люксе и сыграл там свои замечательные произведения. Потом я, обнаглевший совершенно, наверное, от 100 грамм, а может быть нет, но такой нагловатый, сел за рояль и сыграл свою колыбельную весеннюю. Такая Владимир Петровича. Вот, он услыхал и сказал: приходи в Дом звукозаписи в среду, художественный совет, значит, покажешь вот эти две свои песни, колыбельную и весеннюю. А у меня ни нот, ничего, кроме вот этого жуткого исполнения. Бросился, значит, ко всем знакомым. Я говорю: ребят, мне надо записать на нотный... на нотный стан эти самые ноты, вот колыбельный и весенний, и найти аккомпаниатора, потому что я так-то провалюсь, конечно, как... Вот. И я упросил
одну пианистку, аккомпаниаторшу, чтобы она согласилась со мной на худсовет. И она же мне накропала эти самые. И я пришел на худсовет. Ну, нахал, конечно, жуткий. В этот день сдавали свои песни известный тогда композитор Арно Бабаджанян. Вот вы сейчас не поверите, а я говорю чистую правду, но поверьте мне, умоляю, ради меня поверьте. Значит, художественный совет, там сидят, Иц Фасман, он один из главных членов худсовета. Вот. И, значит, Бабаджанян первый пошел, там какую-то, по-моему, чуть ли не королеву красоты или что-то, не приняли. Следом за ним шел Шаинский. Ему сказали, погуляйте, молодой человек. И потом пошел Анофриев со своим аккомпаниатором. Я до сих пор вообще вспоминаю это как страшный сон. И она начинает аккомпанировать грамотно эту песню. Я пою «Спи, усни, мой милый шалунишка». И потом ей первый дождь грозовой зазвенит по мостовой и ручьи вдоль. И вдруг худсовет большинством голосов принимает обе мои песни. Я их записываю на доме звукозаписи. И через некоторое время узнаю, что они попадают не в огрфонд. Огрфонд – это значит исполнили 3-4 раза и привет. А в золотой фонд, который будет уже в фонотеке Дома звукозаписи. Что означало механически, автоматически запись на фирме «Мелодия» на пластинку. Ну, вы представляете, идиоту такое счастье высветило. И я... И первая моя пластинка, которая вышла, она вышла с этими двумя. 76 оборотов, одна штука. С одной стороны колыбельная, с другой веселье. Я, к сожалению, это не сохранил. Я ничего не сохраняю, я вообще не очень люблю прошлое. Вот все. Олег Андреевич, а меня вот интересует, вот когда говорят про фильм «Земля Санникова», то, как правило, в первую очередь вспоминают не сюжет и актеров, а вот именно песню в вашем исполнении. Как создавался этот шедевр? Что касается «Земли Санникова», ну давайте для начала я вам спою все-таки, а потом попробую спеть. Сейчас уже голоса нет, уже все ушло. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только мир, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно называется жизнь. Спасибо, спасибо, спасибо. Все вот большое какое-то, не мое большое, а Лёни Дербенёва и Саши Зацепина, все большое получило воплощение не благодаря, а вопреки. Сам я обожаю эту песню, конечно, она стала молитвой моей, весь мой молитвенный багаж, всего две строчки, с утра читаю «Отче наш», есть только миг поближе к ночи. Она так и осталась для меня, как молитва. Но предшествовало этому совсем, предшествовали совсем иные события. Звонок, Олег Андреевич, милый, дорогой, выручай, группа горит. Нам сдавать картину, остались неозвученными две песни. Герой в клинике, и раньше, чем через
там что-то две недели, что-то он не выйдет. Мы горим. Ну, как бы вы поступили? Я не думаю, поехал. Тем более, что я уже довольно много озвучивал всего, и это для меня было обыкновенной, простой работой. Потом я был уверен, что выйдет он, и перепишут для него потом. Я с этим и ехал. Писали в эталонном зале, пустили на большой экран Олега с гитарой, где он в этом... Казакини, не казакини. Значит, открывает рот, и я пытаюсь попасть в его смыкание. Сначала потихоньку напевал, потом второй дубль распелся, и потом выдал в полную мощь, значит, его вторую песню. И солнце всходило, и радуга цвела. Все было, и любовь была. И так далее. Вот. Выдал полную мощь Александр. Не предполагая ничего, никакого особенного успеха, и все. Потом вторую запел. Я, честно говоря, плакал, когда записывал ее. То ли что-то близкое было, то ли что, не знаю. Но записал. И все. Ребят, она уже жила сама по себе. Вы сыграли сказочных героев в таких фильмах, как «Там на неведомых дорожках», «После дождичка в четверг», «Сказка о потерянном времени». Чем вас привлек жанр сказки и нравятся ли сказки вашим внукам? Черт его знает. Артист хороший. Там везде артисты хорошие. Компания шикарная. Вот. Один Табаков чего стоит? В этом Кощей Бессмертный, он с золотыми зубами. Это потрясающе, конечно, работать с ним. Это здорово. Скорее всего, наверное, это. Потом режиссер очень симпатичный человек. А так, что я могу сказать? Плюс ко всему еще, каждый раз я оказывался в Ялте. Месяц с Татьяной Ивановной Пельцер мы спокойно там гуляли и жили в Ялте. Вот. Чем прелестили? Да ничего особенного. Характерную роль я вообще люблю. Я вообще люблю, когда мне говорят, вы озвучивали. Я никогда не озвучивал ничего. Вот это очень важный вопрос. Я хотел бы, чтобы вы знали. И чтобы зрители телевидения знали, что я никогда ничего не озвучивал. Очень редко. Было, но очень редко. Все остальное – это было создание образа на пустом месте. Предположим, львенок и черепаха, да? Нету ничего, нету черепахи. Есть сказка Козлова, вот такая, коротенькая. Значит, слова есть, я на солнышке лежу. Но у нас была в это время хулиганская компания. Да, компания. Это значит Ген Гладков, это значит Юра Энтинга. Вот. Остальное, значит, вот поле деятельности. Каких ты создашь? Могла быть черепаха? Ведь могла и такой быть, правда? По характеру, в очках, который смотрит на небо и говорит, я нашел. Умирающий. Могла же, правда? Но мне показалось, что это такой добродушный, толстый. Не было рисунка, не было фильма. Не было львенка этого очаровательного, которого Макс Жеребчевский нарисовал. Все это потом появилось. Но пластинка... появилась уже с готовым материалом. И эта пластинка, по этой пластинке потом снимали фильм на мультфильм. Значит, что? Значит, это прежде всего не озвучивание, а создание того образа, который... Вот.
Олег Андреевич, вы женаты уже 60 лет, и все мы знаем, что творческие люди очень сложные в быту. Как вам удалось прожить столько лет с женой? И я знаю, что вы сочинили ей стихотворение. Прочитайте, пожалуйста. Ну вот моя первая встреча с женой. Называется «Дальше тишина». Мы встретились с тобой на Москвина, улице Москвина. На узеньких арбатских переулках мы женихались года полтора, а породнились на Смоленской дома, что был когда-то против гастронома. Теперь я муж, а ты моя жена, намного больше полувека. И кто бы мог сказать, нет для меня роднее человека, чем она. Ну вот и все. А дальше тишина. Здравствуйте. Олег Андреевич, создателем «Бременских музыкантов» вы поставили условие либо все роли, либо ничего. Это ваш принцип в жизни? Да. 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 Я такой. Вот, потому что я не переношу. Мне все кажется, все делают не так, а я делаю так. Что я делаю лучше. Поскольку, значит, я высказался всего лишь на треть из того, что мне хотелось до вас донести, я скажу вам следующее. Перед тем, как попрощаться с вами, я попробую. Попробую. Дело в том, что я написал вот последнее свое музыкальное произведение – романс. Романс называется «Рояль». Тишина, только ветер колышет за окном тополиную шаль. Я не слышу, но сердце услышит, как зовет меня старый рояль. Я иду к нему тихо робея, или все побросавши бегу. Он зовет меня, я не посмею. Что-то быть вдали от него не смогу. Все в нашей жизни, как и прежде, и постоянно, как всегда, на белых клавишах надежда, на черных клавишах беда. Что ты хочешь припомнить былое или заветную тайну открыть? Может, слиться в дуэте со мною, может, новый мотив подарить? И в ночной тишине, и на сцене на двоих у нас грусть и печаль. Дорогой мой товарищ бессменный, мой потрепанный жизнью рояль. Все в нашей жизни, как и прежде, и постоянно, как всегда, на белых клавишах надежда, на черных клавишах беда. На белых клавишах надежда, на черных клавишах
беда. И вот на этой самой замечательной ноте я вынужден, готов попрощаться с вами. Как обычно, я всегда говорю, как обычно, мы все говорили на концертах. До новых встреч, дорогие товарищи!